Так, ребята, всем придоброе, доброе утро. И мне тут так пахнет в комнате из-за того, что я вчера сорвала три веточки, и они стоят рядом с моим бамбуком. И так пахнут, если бы вы только знали и чувствовали этот запах. Сейчас села за компьютер, потому что надо запустить влог, но он загружен на канале. Надо сейчас название написать и все сделать. Так что вот такие вот дела, и я выхожу. Буду ехать на пары, а потом мы с Андреем ко мне на квартиру будем снимать видео. На Лукьяновке в Макдональдсе сидим, тут ждем, у нас дела должны быть, и неизвестно, через сколько эти дела появятся. Ну, в ожидании, потому что если мы поедем на квартиру, то я сюда не успею доехать по делам. Надо встретиться с человеком, кое-что забрать, кое-что дать. Короче, дела делишечные. Мы не знаем, брать что-то в маке или ничего не брать. Вроде как и хочется, а вроде и не хочется, потому что не знаю, что не хочется. Ну, я просто не знаю. Я вчера жареную картошечку ела, поэтому я картошечку не хочу. А особо такого ничего не хочется сейчас брать. Так что ну, такие дела и настроение, если честно, снимать. Что-то сегодня нет, потому что мне холодно, и я задумалась, что я в юбке. У меня сценарий есть, который не во плану, чтобы там юбка была, и я штаны себе не взяла. И я, короче, еще расстроилась с самого утра из-за этого, что я вот такая не взяла, и настроения нет. Но я надеюсь, я приеду, у меня появится настроение снимать. За долгий период, за длительный, ты собираешься бежать через голубей? Не надо, Андрей, не надо. Короче, мы за длительный период приехали наконец-то на Софийский. Сейчас у меня как голову прилетит. Этот божеран. А что ты делаешь, Андрей? Андрей, а что ты делаешь? Что ты в руках, такая закака? Дело, да? Да. Негоже его оставлять все-таки на земле. Решил посмолить. Покурить. Да? Я решил его выбросить в мусорник, но пока что я не нахожу мусор. Да ладно. Да. Честно? Да. А он яблоко тут оставил. Что, нос зачесался? Нос зачесался. Там яблоко было. Что это дымит из рта? Дымит? Да. А тебе показалось? Наверное, просто холодно здесь еще. Так пар идет за рта. Не идет. А что это за дымок? Так холодно здесь, говорю. Смотри. Ужас. А что ты сигаретами воняешь? Ну я ж выбросил, ну, подобрал. А тут чего воняешь? Где? Да это люди курят. Кстати, у нас уже тоже расцвели деревья очень-очень быстро. Потому что Мукачево мы ездили, Мукачево там уже давно расцвели. А у нас мы приехали и начали расцветать. Ой, там нарциссы. Это нарциссы? Это же нарциссы, да? Где? Это... Не разбираю. Вот эти желтенькие, это нарциссы. А что такое? Застеснялся. Короче, идем на квартиру. Это кошмар какой-то, это невыносимо. Просто ужас. Как можно так вообще делать? Ты че жалуешься на меня? Ребята, короче, мы сняли, только что приехали на квартиру, отсняли видео, два видео у нас получилось, потому что мы пока доехали сюда, потом пока покушали. Мамочки! Потом, короче, мы сели отснимать эти видео, и все получилось. Я, конечно... Второе видео пыталась как-то скрыть, что у меня юбка. Я надеюсь, у меня это получилось. Сейчас я буду переодеваться и будем выезжать. Кстати, который час? Андрей, без 28. Ты дурак. Ой, ребята, это кошмар. Короче, просто надо
еще мне приехать сюда с Андреем, и мы еще отснимем. И я еще придумаю много сценариев интересных, ну я надеюсь. Я очень надеюсь, что вам понравится такой вообще формат видео, потому что я уже, если честно, написала даже расписание, как у меня будет выходить видео, в какой день какое видео. Так что у меня примерно до 3.06 на субботу все расписаны видео. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео, потому что мы очень стараемся с Андреем, да? Стараемся. А еще у нас тут была просто превосходная фотосессия, мы переоделись. Я одела его вещи, он одел мои вещи. Так мило, так мило. Так, ладно, мне нужно переодеть его. Реклама. Реклама Coca-Cola. Надо все убрать эту рекламу. Дурацкая реклама. Ну, что ты сделал с бутылкой? Реклама Кока-Колы. Господи. Господи, ребята, что вот это с ним творится? Я думаю, где моя рука, а я его вывернула. Don't take this shit. Я не знаю, что такое. Андрей, нет, не одевай эту футболку, это не руба. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Андрей! Ну, Китя, ну положи мою футболку, ты что, дурак? Ты что, дурак или что? Странненький какой-то или как? Ты видел, который час? 19:44. О, боже, ребята. Я сегодня как какая-то школьница. Я, кстати, в школу так ходила, я помню. Одевалась, юбку это одевала. А... джинсовую вот эту курточку, и было вообще отлично. А я так на выпускной... А, не так. Я пришел на выпускной. Пожалуй, я не буду говорить, как я пришел на выпускной. Мне до сих пор стыдно. А я видела эти фотографии, как он пришел на выпускной. Короче, прихожу я такой на выпускной. Все красивые в костюмах. А я такой пришел в шортах, в футбол и в кроссовках. Это было нечто. На меня все так смотрели странно. Я не знаю, почему я домой не пришел. Почему я домой не пошел? А что ты так пошел вообще? Что ты решил так? Я думал, это обычный день. Какой? Ну, мне никто не предупреждал, что вот выпускной мы будем собираться в этом самом школе и так далее. Я не знаю, я пропустил, наверное, когда это оповещали. Андрей, ну естественно, последний звонок в 9 классе, это как бы выпускной. Я не думал, что это уже последний звонок. Я думал, А последняя репетиция звонка, которая будет потом, или не, как? Не, я думал, что мы придем сегодня, типа, покажемся, что мы есть, и потом на последний звонок придем. Я не думал, что так все получится. В общем, я пришел в желтых штанах. Нет, не штанах, шортах. Таких пляжных, я в них еще на море ездил. Футболки такой очень веселый, яркий. И кроссовки в салатовых кроссовках. Это вся школа меня запомнила. Ну конечно, такого выпускника не запомнил. Да. Но я был отличником. Всегда был отличником. Как ты обманываешь? Ты был просто супер отличником. Да, я был. Ты золотым медалистом. Я медалист был, но я пришел, ну так получилось. На медалист, да. Золотой бой. Golden boy. На мне знаете, у нас, кстати, в классе, я не знаю, видите меня или нет, у нас в классе так называли Golden Boy'ом внука Лобановского. И это реально было очень-очень смешно, но не знаю, он, кстати, никогда не обижался насчет этого. Он смеялся с этого, но это было прикольно. Я его, конечно, так никогда не называла, потому что он бы на меня точно обиделся, если бы я его так назвала. Но с него постоянно говорили, что типа Golden Boy. А я так до сих пор еще не понял, кто такой конкретно Лобановский. И что это вообще за фамилия? Ну, блин. Все говорят Лобановский. Кто такой Лобановский? Ну, стадион есть, Динамо. В честь имени... Ой, стадион.
стадион, господи, Динамо, стадион имени Валерия Лобановского. Это тренер был Динамо. Он умер? Да. Если вы видели, что там происходит. Я делаю глубокие. Ой, господи. Смотри, а что это на стене такое? Ну повернись, посмотри. Иди в баню. Хитрый ман какой, ребят. Это просто невозможно. Все, давай, Андрей, собираться, будем ехать домой. Так что все, я буду сейчас ехать домой. Если ты смотришь, это специально для тебя. Мы с Андреем взяли сыр-косичку, будем его идти кушать. Боже, я просто помню, что в поезде мы с Андреем, ты чуть-чуть съел, да? Я вообще не съел. Ну, он отломал от этой полоски маленькую волосинку. И я одну полосочку съела, и все. И сейчас это просто наслаждение. Как же я мечтала про сыр-косичку. Наконец-то мы добрались до Сокольком. Кстати, я когда-то... Вот здесь, на Днепровской набережной, жила. Как раз таки вот идет черный дом, первый дом, потом голубой дом, и вот тот дом голубой, который между вот этим большим и вот этим голубым. Я там жила на 26 этаже, и это было очень-очень-очень круто, потому что это вид просто потрясающий. Мы с тобой должны сюда сходить, когда будет закат солнца. Помнишь, как мы видели? И здесь просто Днепр и мост, и это очень-очень красиво, мы обязательно вам покажем. И реально я скучаю за этой квартирой, потому что там было очень-очень круто. А еще я помню, как я ходила и смотрела, когда уже откроется здесь KFC, хотя я тогда вообще не любила KFC, а сейчас я люблю из-за тех пошлых крылышек, которые мы ели месяц, наверное, назад или два, да? Да. Но они прям были очень-очень вкусные. Но ведерко самое большое, вот это стоит 160, поэтому это либо с компанией, либо чуть-чуть попозже надо сходить будет. Так что вот такие вот дела. И все, я сейчас буду ехать на автобус, садиться на Абалоне и ехать домой. А еще постоянно здесь горит Спортлайф, потому что там очень-очень-очень круто Спортлайф. Кто живет на Поздняках и, ну, Поздняки, Сокольки и хочет Спортлайф, идите туда, я вам всем советую, потому что это реально очень крутой Спортлайф. Там очень все красиво и ухоженно. Вечеру очень-очень-очень холодно, реально, завтра вроде как 12 градусов, и уже я сейчас очень чувствую эти градусы, ну реально, я очень замерзла, юбки вообще, ну сегодня, кстати, я очень пожалела, что я юбку одела, а я не знаю, я показывала, что я юбку одела, вроде да, я показывала, не помню, короче, пожалела, что юбку одела, потому что в ней очень холодно было сегодня. Задувает, однако. Ну, ничего. Я долгое время хотела одеть юбку и носла. Носла самое подходящее время, когда холодно. И иду домой сейчас. Половина 11-го. И я очень-очень сильно устала. Ой, прям вообще конкретно устала. Так хочу сейчас прийти, быстренько сходить, такая, чаёчек выпить. Помыться, потом сделать чаёчек, смонтировать быстро ложек в кроватке и лечь. Может быть, включить какую-то программу или фильмец, что-нибудь включить и посмотреть. Так что, вот такие вот у меня планы, но как всегда, я сейчас приду, и эти все планы не будут осуществлены именно так, как я хотела. Потому что я приду, сяду за комп, хотя посмотрим. Все, буду бежать, потому что тут уже темно. Если честно, я, короче, пришла домой, выпила чай, покушала, пошла, села за компьютер, посмотрела, ну, начала смотреть всех ютуберов, которые там выпустили видео сегодня и вчера, потому что я вчерашнее не смотрела. Просто пришла в кровать, упала, думаю, полежу 5 секунд и вырубилась. Потом проснулась и пошла помылась. Сейчас пришла и опять валилась в кроватку. Я влог, наверное, уже смонтирую утречко. И вот там 5 секунд смонтировать. И что? И все, в принципе. Поэтому всем спасибо за просмотр.
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я всех вас очень люблю. Всем пока-пока.